Добрый день, меня зовут Вера. И Алексей Уварова. Общаясь со многими успешными людьми в нашей компании, а также читая много литературы по бизнесу, сегодняшнее население России и других стран СНГ можно разделить на богатый, средний и те, кто живет ниже среднего класса. Если вы получаете 30 тысяч рублей выше на члена семьи, то вы относитесь к среднему классу. Если вы получаете 70 тысяч рублей выше на члена семьи, вы относитесь к богатому классу. То есть не тяжело посчитать, что на среднюю семью, состоящую из 4 человек, уходит достаточно большая сумма. Данные эти получены с социального сайта Росгосстата. Также по данным Росгосстата, высокая инфляция у нас продлится до 2020-2030 года. И, соответственно, если мы ничего с вами не будем предпринимать, то мы будем опускаться по данному графику все ниже и ниже. А почему это происходит? Да потому что в 2020 год у нас уже цены на все категории товаров растут примерно на 30-100% в зависимости от товара. А у меня вот такой вот вопрос. А ваша зарплата за это время выросла? Я думаю, что скорее всего нет. У нас есть реальное предложение, которое позволит увеличить ваш доход. Компания, с которой мы сотрудничаем, показывает рекордный рост в тяжелый кризисный период. То есть ваш доход может расти быстрее, чем инфляция. Еще один график, с которым мы работаем, это доход и график жизни. Мы проживаем в Ставропольском крае, недалеко от города Ставрополя, здесь такой город Михайловск. И что обычно люди делают, чтобы увеличивать свой доход? Либо ищут несколько работ, либо ищут дополнительные возможности. Ну, давайте рассмотрим среднюю зарплату, которая есть у нас тут по краю. Да, в 20 лет люди обычно начинают получать 15-20 тысяч рублей, 30-35-40 лет получают 30-35 тысяч рублей, ну, особо одаренные получают больше 50 тысяч рублей. Но сколько бы вы ни получали, 10, 20, 50 тысяч, то в итоге вас ждет все равно пенсия, и это 7,5, 8, ну, 10 тысяч рублей, да, если вы не относитесь к каким-то супер категориям граждан. Да, я думаю, вы можете, если вы проживаете в каком-то другом регионе, в Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области, да, вы можете посмотреть, какая у вас средняя зарплата, средняя пенсия, и посмотреть, к чему же вы все-таки двигаетесь. Есть еще у нас один график, это розничные продажи падают у нас сейчас, да, казалось бы, люди, ну, понятно, кризис, да, люди начинают экономить, но, тем не менее, люди же не стали меньше кушать, либо меньше мыться, просто они где-то эту продукцию покупают. То есть розничные продажи уменьшаются постоянно, да, у них спад, но при этом увеличиваются интернет-продажи. Люди переходят в интернет-магазины, потому что продукция обоснована там дешевле, потому что не нужно платить за доставку, за аренду помещений и так далее. То есть эта продукция точно такого же качества, как и в розничных магазинах, но значительно дешевле. Существует несколько вообще способов зарабатывания денег. Да, у нас есть Роберт Киосаки, который написал книгу «Квадрат денежного потока». Вот согласно ему есть 4 квадрата. Первое – это работа по найму. Вот около 80% населения ходят именно сюда. Люди ходят на работу, продают свое время, да, за деньги. У них есть начальник, будильник, должностные инструкции и так далее. То есть это люди, полностью находящиеся в подчинении. Второе – это работа сам на себя. Что это за люди? Ну, это люди, которые считают себя мелкими интернет-предпринимателями, но на самом деле это не так. Это люди, которые купили себе работу и работают на нее. Да, ну, сюда можно отнести стоматологические кабинеты, юридические услуги, да, там кабинеты и так далее, и так далее. Ну, как тем же стоматологам. Что он сделал? Он взял, открыл стоматологический кабинет и работает. Нет работы, нет клиентов, нет дохода. Уехал в отпуск, дохода нет. Следующий квадрат – это создание крупного бизнеса. Ну, я думаю, вы сразу вспомните, если вам скажу про сеть, вы вспомните сеть магазинов IKEA, сеть магазинов Магнит, Лента, сеть заправок Газпром и так далее.
Да, то есть здесь не один магазин, не один какой-то кабинет, а огромная сеть во всей стране, которая приносит реальный доход. И третье – это инвесторы. Когда у вас уже нереальное количество денег, и вы можете их инвестировать в разные сферы. Есть три сферы, которые есть и будут всегда. Первое – это продукты питания. Конечно, вы можете открыть магазин там у себя на участке где-то, если это на квартирный дом на цокольном этаже, но вы никогда не сможете конкурировать с такими, вот как предыдущая супруга говорила, сетями Лента, Магнит. Это нереально. Второе – ЖКХ. Ну, здесь все сферы влияния уже давно поделены. Открыть свою управляющую компанию – это очень дорого, и много-много очень проблем с этим связано. И третье – это личная гигиена. Как раз это то направление, с которым мы работаем. Такие компании, как Avon, Amway, Oriflame, они всегда пользовались популярностью. Люди всегда купались, брились, мылись. Ну и давайте вот рассмотрим такой небольшой пример. То есть это мы. Любой товар, который мы покупаем, мы несем за это деньги. И за это деньги нам дают товар. Ну, вы скажете, что есть и скидки, есть всякие какие-то там предложения, но это частично какие-то небольшие товары. То есть это нужно ходить, выбирать. Если мы работаем в сотрудничестве с компанией Oriflame, точно так же мы несем деньги, но только за эти деньги, за наш товар, нам еще фирма дает 20-22% за весь товар, который мы покупаем, а не какие-то частичные акции. И за организацию большого товарооборота своей команды она нам платит до 30% за команду. Ну, вы, конечно же, скажете, что в вашем окружении, там, ваших знакомых, где вы работаете, есть консультанты, которые предлагают каталоги, которые продают эту косметику. Но давайте же разберемся. То есть, если мы приносим каталог, то вам платят 20% по цен каталога. То есть это вам платят сами клиенты. То есть вы купили у компании и дальше продаете. Есть также второй вариант. Это организация товарооборота путем создания обучения среди потребителей и партнеров. Давайте же мы с вами разберемся, возможно ли заработать $2000, продавая по каталогам. То есть $2000 это ваши 20% по цене каталога. X, соответственно, это 100%. Вывод, то, что нам нужно продать на $10000. Ну, это реально, как вы думаете? Я думаю, что это нереально. Также с Oriflame можно быть в любом квадрате. То есть работа по найму, это то, что мы выше сказали, продажа по каталогу. Вторая работа сам на себя. То есть вы точно так же каталоги. У вас еще есть небольшая группа, там 5-10 человек, которые работают на вас. Но опять же, вы куда-то уехали, вы что-то, у вас не получилось, у вас товарооборот вошел. И вот третий, это бизнес. То есть мы создаем крупную сеть, то есть много людей привлекаем и получаем за это деньги. Итак, как уже говорили, нам компания Oriflame возвращает процент с товарооборота, до 30% именно за команду. Мы с вами продолжаем покупать товар, да, со скидкой 20-32%, но нам не интересен просто товар, нам не интересна скидка, нам интересен доход в компании Oriflame. Итак, что же такая за команда? Откуда же нам будут брать деньги? Например, вы приходите и организовываете три команды, одна, вторая, третья, которые в сумме вам будут приносить доход, каждая команда по 300 тысяч рублей. Да? Это очень даже реально при построении нашей структуры. Что же происходит? Вот эти ваши директора, которые под вами, да, которые организуют вместе с вами товарооборот, в компанию приносят прибыль 900 тысяч рублей. Компании выгодна такая прибыль? Конечно, выгодна. Но при этом компания вам, как организатору этого товарооборота, будет возвращать примерно 180 тысяч рублей. Вам это выгодно? Я думаю, выгодно. Еще раз повторяю, что это командная работа, да, и вам именно будут платить за организацию товарооборота и за вашу команду. У нас есть готовая бизнес-система, отлаженное правило 3О, выполняя которые вы будете успешно развивать бизнес. Первое – обучайся, второе – организовывай личный товарооборот,
И третье – это организовывать приглашение людей на бизнес. Обучение у нас абсолютно бесплатное, мы вас всему научим, в этом нет ничего сложного. Как это будет выглядеть на практике? Вот вы пригласили одного человека, второго, третьего, да, нашли, они решили тоже строить бизнес. Вы довели их до результата, они вам вышли на звание директора, тоже начинают зарабатывать. Вот, то есть в этой веточке у вас три лидера. Но вы же пришли сюда не за 3 рублями, правильно? Вырастили одну директорскую структуру, начали строить вторую директорскую структуру. Вырастили вторую, начали строить третью директорскую структуру. Доход от этих структур будет вам идти, как я уже говорила выше. Да? Но чем хорош наш бизнес? Например, вот этот человек решил тоже строить структуру и зарабатывать вместе с компанией Oriflame. Он будет продолжать и начнет выстраивать свою структуру. А доход вы будете получать со всей организации. Еще раз говорю, что это не продажи. Мы готовим для компании консультантов, мы готовим менеджеров и директоров. В нашей команде уже есть официальные доходы. Это доходы менеджеров, 22,5 тысячи рублей, и есть доходы и 12, и 15, и разные доходы. Если вы пришли здесь быть не просто менеджером, а расти до уровня директора, то директора получают гораздо больше, 318 тысяч рублей. За что же платит компания? За организацию товарооборота путем увеличения сети потребителей и бизнес-партнеров для компании. При этом мы вам будем оказывать поддержку. У нас абсолютно бесплатное обучение в виде вебинаров, так как работа у нас онлайн, мы работаем через интернет. Обучение все у нас тоже проходит онлайн через интернет. Вы заходите в вебинарную комнату, вас не видят, вы слушаете все, что там говорят. Мы предоставляем инструменты для работы. Это и обучающий сайт, это и картотека различных шаблонов. И есть специализированные сайты, которые помогут вам рекрутировать. А также будем помогать вам строить команду. Да, вернемся к предыдущему слайду. Вот к этому. Да, вы будете не один строить свою команду, а вместе с нами. Да, то есть мы будем помогать искать вам лидеров в вашу команду и организовывать товарооборот для компании. Получаем удовольствие с компанией Oriflame. Во-первых, это встречаемся с интересными людьми и находим новых друзей, путешествуем с семьей по всему миру, посещаем креативные места бесплатно до 3 раз в год. Участвуем в захватывающих мероприятиях, мотивационных семинарах. В этом году мы с супругой были на банкете директоров и на семинаре. Очень было все интересно, захватывающе. Вместе с Oriflame ваши мечты могут стать реальностью. Вы можете жить так, как вы мечтаете, потому что в нашей компании нет ограниченных возможностей доходов. Доход зависит только от того, насколько вы амбициозны и насколько вы готовы трудиться. Это широкий ассортимент товаров ежедневного спроса плюс линейка для здоровья в wellness. Путешествия по всему миру, это личностный рост, признание и так далее. Это бизнес, который вы можете передать по наследству своим детям. Поэтому присоединяйтесь без риска, получайте удовольствие и неограниченный доход. С вами интернет-проект VIP-территория. Мы даем вам рабочую систему, которая дает хорошие результаты. Всем пока!